Добрый день. Короткое видео, как очистить унитаз. Если у вас унитаз с налетом и оттереть его уже очень сложно, можно попробовать сделать такой способ. Кипятим чайник. Вам понадобится лимонная кислота. Лимонную кислоту берете, высыпаете в ковшичек, заливаете кипятком и размешиваете. Кипятком заливаете только потому, что реакция пойдет быстрее. И идете выливать в унитаз. Выливаете это дело в унитаз. Теперь оставим все это дело на 3-4 часа. Через 3-4 часа должна пройти реакция. Кислота должна растворить налет, который скопился в воде. И, соответственно, останется только слегка подчистить ёршичком и смыть водой. Через 3-4 часа посмотрим, что получилось. Прошло 4 часа после того, как я залил лимонную кислоту, разведенную в горячей воде, в унитаз. После этого я пришел, почистил ёршиком и спустил воду. Сейчас вы посмотрите, что из этого получилось. Как вы видите, унитаз очистился, налет сошел, кислота полностью его практически растворила. Но я не рекомендую пользоваться таким методом довольно часто, потому что все-таки лимонная кислота – это агрессивная среда, которая может повредить эмаль. Но если изредка, то вполне безопасно. Я этим пользуюсь уже на протяжении нескольких лет, и все прекрасно работает. Это все-таки лучше, чем иметь грязный унитаз. Если это видео было вам интересно, ставим лайки, подписываемся на канал.